хочу показать вам, как подготавливается пух перед придением. Вот он такой, колтышками, грязный. И мы его начинаем обрабатывать. Потихоньку, полегоньку. Так, мы его чистим, теребим. Он делается пушистее, чище, доступней. Так вот, потихоньку, полегоньку. Конечно, требует времени, трудов. Ну, Москва не сразу строилась, как говорят. Потихоньку, полегоньку. Чтобы пряжа получалась ровная, качественная. Потому что я эту пряжу приду, потом могу вязать ее даже на машине, на вязальной. В легкую. Ни одной минуты, конечно, делаю это. Хорошо было бы, если была, конечно, механическая теребилка, но у нас это недоступно. У нас этого нету. В городе только. Мы подручными средствами обходимся. Вот так вот высыпаем. Теребим. Так, проверяем. Нет еще. Но уже мягкое делается. Сразу она как култышка, а тут мягко такая шелковистая делается. Сейчас тут поменяем. Так вот. Теребим до тех пор, чтобы култышек не было, мусора не было. Да, чтобы качественная пряжа потом была. Ниточка. Потом мы ее на прялку. После прялки уже стираем. Ну все, ну вроде. Так вот она такая получается. Классная. Мне нравится. Вообще люблю. Пух, обалдеет пух. Любой пух люблю. Во-первых, натуральное все, домашнее. Что тут не протеребилось, вот так убираем. Вот так сюда ее. Ну все, вот такое у нас орудие труда, ручное.